кто во что верит, тому так и будет. Я верю, что это обычный день, и поэтому все будет как обычно. Я не связываю это ни с кошками, ни с чем. Если человеку везет, то везет. Если не везет, то это уже другие, я думаю, причины. Я сама родилась в пятницу 13-го. Обычно для меня это счастливый день. Когда я вижу кошку, я встречу, я знаю, что тогда у меня все получится в этот день. Все дела сложатся хорошо. Знаете, я не такой человек, я не верю в свое вере. У меня все, прекрасное утро началось. Я просто счастлива. Это для меня, наверное, самый счастливый день сегодня. Я не верю. У 13-го, что он поганый день. Кошку я черную люблю. У меня дома черная кошка, пустые ведра. Я на это не обращаю внимания. Честно, у меня это счастливое число, и во все эти приметы я не верю. Честно, я больше верю, но вот такие приметы нет. Это, наверное, более то, как человек к этому относится психологически. Да, вроде мне все хорошо, я в это не верю. Не стоит обращать внимание.